настоящий салют. Это очень-очень замечательные овации, аплодисменты. Друзья мои, пока члены жюри совещаются, мы будем переживать. Наши участницы тоже будут волноваться, но как на нормальном, на приличном конкурсе. Как может быть в нашем салюте не нормальный и неприличный конкурс? Такого априори быть не может, правда, ребята? Так вот, как на хорошем, замечательном конкурсе, все в волнении. Жюри тоже, поверьте, переживает сильно, потому что я не представляю, как можно из этого цветника красавиц и умниц выбрать лучшую. Правда, невозможно, да, ребята? А придется. Но пока они думают, решают, подбивают и подсчитывают баллы, вы не будете скучать. И я на нашу сцену приглашаю талантливых людей. Абсолютно просто не бывает неталантливых. Наш бухгалтер Евгения Сергеевна и старший воспитатель Сергей Владимирович для вас сегодня поют дуэтом. Поприветствуйте их! Одиночество.